у вас было, но ситуация сейчас. Улица Хлебкова. Шикарно. Мы устали без трамвая. Он нам всегда нужен. Тем более, если он еще наш родной сделанный, то большое спасибо им. И всего хорошего им. Постоянно пользовались, да? Конечно, конечно. Даже без них было скучно. Очень хорошо, очень понравилось. Мягко и тепло. А обычно пользуетесь вообще этим транспортом до этого перерыва большого? Ну, раньше да. Скучали без трамвая? Очень. Коляска была правильная. Если, говорит, как бы сказать, стратегически там обозначать, то вот эти два маршрута довести, ну, если не до совершенства, да, потому что вот эти ремонты путей, которые мы начали, мы не собираемся на этом останавливаться. По крайней мере, эти два маршрута довести до такого качественно, ну пусть скажем так, на четверочку, да, может четверочку с плюсом, я имею в виду и с точки зрения качества передвижного состава трамваев, и с точки зрения путей. Ну и естественно, как я уже говорил, и к дисциплине приучать водителей, которые, ну, ездят будут на Тверском проспекте, на, значит, Горького улице и так далее. Естественно, что без трамвая никуда нет. Метро, трамвай. И в Петербурге, и в больших городах. Что, мы не хуже других заслуживаем такого именно транспорта. Работали круглые смены, круглые сутки. А надо же привозить было. Ну, попробуйте-ка не привезите на смену на экскаваторный завод. Механики, настройщики и прочее, прочее. Все же жизнь оставляла. Сейчас, конечно, объем уменьшился. Но потребность осталась, правильно? Сейчас. Видите, сколько мы не выезжали. Спасибо.